уже говорили о триумфе российского парного катания на Олимпийских играх. 42 раза, я повторюсь, наши спортсмены удерживают лидерство в этом виде программы. Давайте вспомним имена тех, кто создавал нашу славу. Инсбрук 64, Людмила Белоусов, Олег Протопопов. Они первыми заставили весь мир аплодировать гимну нашей Родины. Ирина Роднина, Александр Зайцев. Они царили на Олимпе фигурного катания долгие-долгие годы. Елена Валова, Олег Васильев, Екатерина Гордеева, Сергей Гринько, Артур Дмитриев и Ирина Мешкутенок, Артур Дмитриев и Оксана Казакова, ну, Елена Бережна и Антон Цихрулидзе, конечно! Говоря об этих победах, вспоминая эти мгновения, мы все здесь, в нашей стране, надеемся, что это лидерство будет продолжено. Тем более, как мы с вами убедились, есть кому побеждать. Встречайте, четырехкратные чемпионы Европы, двухкратные чемпионы мира в парном катании, заслуженные мастера спорта Татьяна Татьмянина и Максим Маринин! Questa mia canzone, inno dell'amore, te la canto adesso con il mio dolore, così forte, così grande. Questa melodia, inno dell'amore, te la canto e sento tutto il mio dolore, così forte, così grande.
Татьяна Тасьмянина, Максим Маринин. Да, глядя на это выступление, уже практически забываешь, что это спорт. Это высокое искусство. И эти ребята большие художники. Татьяна Тасьмянина, Максим Маринин. Впереди у них нелегкий сезон. Но удачи вам, ребята, удачи!